Во время мониторинговых визитов наблюдатели Комитета избирателей Украины столкнулись с рядом нарушений. В 2 из 11 избирательных округов участки отсутствовали по указанному адресу, а в 8 из 11 не удалось обнаружить ни членов комиссии, ни признаков работы самой комиссии, а участки были закрыты. Также тревогу вызывает уровень компетентности членов участковых комиссий и их количество на избирательном участке. 5 человек – это кворум, участок может работать. Но с реальной, с фактической точки зрения, мы же с вами понимаем, что обеспечить голосование 5 членами комиссии на избирательном участке, где там в среднем 1000-1500 и больше избирателей, это архисложно. Наблюдатели комитета отмечают, что далеко не все приглашения попали к избирателям. Люди находили бланки у лестниц или на входе в парадные. На многих участках нет обозначающих табличек. Также у большинства участков отсутствуют информационные стенды кандидатов. Область к выборам не готова, но то время, которое еще осталось до дня выборов, при желании со стороны органов власти, при консолидированной работе со стороны окружных избирательных комиссий и штабов, оно может позволить нам большинство этих проблем решить. Одесская областная организация Комитета избирателей Украины призывает соответствующие органы власти и учреждения обеспечить избиркомы надлежащими помещениями и оборудованием, всеми необходимыми нормативными документами для полноценной работы.